НАТО подчеркивает важность поддержки Киева в один из самых критических моментов войны, когда идет решающая битва за Донбасс. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал своим коллегам из Североатлантического альянса, в чем насущные потребности военной кампании против России. Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал дополнительный пакет помощи для Украины. Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на 1 миллиард долларов. Он включает в себя управляемые боеприпасы РС-30, еще 18 гаубиц М777, тактические машины для их буксировки, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Пакет американской военной помощи включает также 650 миллионов долларов на закупку двух дополнительных систем береговой обороны и 1000 защищенных радиостанций, приборов ночного видения и тепловизионных прицелов. В послании парламенту Чехии на этом настаивал президент Владимир Зеленский. Украина должна получить все, чтобы победить. Современное и достаточно мощное вооружение, чтобы получить преимущество перед российской армией. Финансовую поддержку, чтобы противостоять России, чьи сбережения и доходы все еще значительны. За 100 дней этой войны с 24 февраля только на продаже энергоносителей Россия уже заработала 93 миллиарда евро. Украина уверяет, что получила от силы 10% обещанного. Но важно не только то, кто и что даст. Не менее важно, когда поступит эта помощь. Украине она нужна как можно скорее.